Продолжаем выпуск. Как снизить подростковую преступность и помочь стать на путь исправления ребятам, которые уже оступились? Об этом размышляли сегодня на тематическом семинаре работники региональных молодежных структур Центрального федерального округа, сотрудники региональной комиссии по делам несовершеннолетних и представители духовенства. В числе приоритетов в работе с воспитанниками колонии не только психологическая поддержка, но и социализация. Помочь им не потерять связи с обществом, пользоваться своими гражданскими правами, освоить профессию, найти работу, процесс перевоспитания. Воспитание не должен заканчиваться периодом пребывания в колонии. Надо сделать все, чтобы молодые люди снова не запутались в жизни. Но самое главное – бросить все силы на борьбу с самой подростковой преступностью. Создание рабочей площадки на базе города по работе, скажем, с молодежью, которая стоит на учете по делам несовершеннолетних, и обеспечить их, скажем, трудовой деятельность уже не ожидая там 18 лет. Дать возможность попробовать заработать первые денежки на этих детей, открывать расчетный счет, они проходят медицинскую комиссию, полностью находятся под надзором, скажем, и присмотром органов власти. Это, в свою очередь, дает им мотивацию, скажем, дальше жить, имея собственный уже капитал, который они могут потратить на развитие, скажем, собственной семьи и дальше.